Знаешь, если ты хочешь найти любовь, то знай, что она не бесконечна. Любовь — это как огонь. Если между двумя людьми вспыхнет огонь, или хотя бы маленький огонечек любви, то его надо поддерживать, оберегать, не давать ему погаснуть, подкидывать дровишки и подливать масло в огонь. Потому что иначе он угаснет, и та любовь, которая зародилась, она исчезнет, погаснет. Но даже та любовь, которая почти угасла, на ее угольки еще тлеют, может вспыхнуть снова, подобно огню, который разгорается из этих самых тлеющих угольков, когда ты начинаешь раздувать огонь. Но если угольки погасли полностью и остыли, то тут уже все, дуй на них, не дуй, огонь уже не разгорится. С любовью то же самое. Если она погасла полностью, то это конец любви.